Исторический центр Ульяновска преобразят. В основе разделения городского пространства на зоны лежит концепция ностальгии по советским временам, духа нового времени, а также идеи самовыражения граждан. Речь о территории площадью более 20 гектаров от бульвара Пластова до Владимирского сада. Первые наработки по концепции развития сердца областного центра на днях представили московские архитекторы. Специалисты столичного бюро сразу отметили богатое историческое наследие региона и взяли этот факт за основу функционального зонирования территории. Мы поняли, что в городе Ульяновске очень много разных контекстов исторических именно прямо на этой территории заложено. Понятно, что территория как-то, она очень важна для жителей, и, наверное, мы поняли, что с ней надо обойтись очень аккуратно, как бы учесть много всяких моментов и нюансов. То есть, чтобы мы как бы поняли для себя задачу так, что площадь должна быть местом объединения разных сообществ и групп города. В результате социологического опроса архитекторы условно разделили историческую часть города на 9 участков и предложили несколько вариантов развития событий. Согласно первому сценарию, Новый Венец должен стать активной зоной для проведения фестивалей, прогулочного маршрута для активных жителей и ресторана с видом на Волгу. Второй вариант – оставить бульвар зеленым и организовать спокойный прогулочный маршрут с возможностью почитать книгу или сыграть в шахматы. В третьем варианте предлагается объединить лучшее двух предыдущих. Тот проект, который сейчас нам презентовывают, он внушает доверие, потому что он идет в ногу со временем, и Ульяновску это жизненно необходимо, если мы хотим идти вперед, если мы хотим развиваться. Это сказка, что можно пригласить проектировщика и сказать, сделайте нам красиво. Так не бывает. Мы с вами, как жители города, должны понять, что мы хотим на этой территории. Поэтому сегодня мы и проводим эту первую встречу. Уже, в принципе, не первую, но одну из первых встреч, где мы смотрим и анализируем ту информацию, что мы хотим там. Обсуждение функционального зонирования центральной части города и работа над проектом продлится вплоть до осени. Рената Алиулова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.